Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Машина ехала примерно со скоростью 70 км в час, когда отвалилось колесо и влетело в случайный дом. Kopjes focus. Ja, deze is niet zo mooi. Если вы не знали, то змеи вполне себе могут издавать этот звук. Боже мой! Этого парня похитили его друзья прямо посреди занятия. И если мы будем отсылаться к Айзеку... Господь ты мой! Мне кажется, или его похищают. Этот парень придумал пранк, чтобы люди думали то, что они сидят на свежевыкрашенной скамейке, когда это не так. На самом деле не существует регламента, какого размера должен быть посадочный билет. Так что эти парни решили распечатать самый большой. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И поставьте лайк под этим видео. А перевел и озвучил Виски. Ага.